не каждый день рассказывает, как он люто вваливает на своем Форде Фокусе атмосферный 1,6 100 лошадок. Фред, тебе нравится BMW M3 E46 особенно? Слушай, ну как бы такие тачки непрактичные. Практичную тачку, ну относительно практичную, из BMW я бы, конечно, хотел бы этот F30. Вот для меня это прям самое то. У меня, получается, была в Москве... У меня что только не было. То есть всякие кашкайчики, ну, то есть обычные какие-то семейные тачки. И вот была 325-я. Да, я знаю, что 2.5 мотор самый типа жуха, но мне просто очень понравилось по цвету купешечка, и поэтому я взял 325-ю. Потом была 730-я. Ну, просто я семерку не, как бы не то это, как бы, мне кажется, к депутатам больше подходит. Но просто так совпало, что взял семерку. 325-я, не помню, сколько у него было сил. 200 там что-то... Ну, короче, помню, 200 с копейками. А у этой, у 730-й было 200, 265, по-моему. То есть, понятно, что иногда хочется немножко вальнуть, когда никого нет. То есть, не шашки никакие, а просто у тебя там чистая дорога, и как бы немножко можно вальнуть. На байк не хочешь пересесть? Ну, это вот геморрой с хранением. То есть, здесь же нет культуры гаражей, да, поэтому это не знаю. Ты же запомнил эту очень прилипчивую мелодию. В этом месте гениальность Оззи